Из фонда капитального ремонта в Мирном отремонтируют 18 домов. На эти цели со счета регионального оператора уйдет более 133 миллионов рублей. До конца лета подрядчики закончат ремонт системы отопления, а 1 октября завершатся общестроительные работы. Заменят фасады, крыши, системы снабжения и многое другое. Подробности в сюжете Марии Урцевой. С 2013 года россияне начали платить взносы в фонд капитального ремонта. Это некоммерческая организация, куда перечисляются взносы от жильцов строений. Дома ремонтируют в порядке очереди. Как сами мирнинцы относятся к такому подходу сегодня? Пока неизвестно. Вот именно какие дома там ремонтируются за счет этого, какие пока это еще не видно. Малосемейка. Ага. Сделали в прошлом году ремонт. Устраивает нас ремонт. Думаю, нет, неэффективен. Просто сдирание денег с населения. Капитальный ремонт ждет этим летом 16 домов. По адресам: Ленинградский проспект, Ленина, 40 лет Октября, Советская и Экспедиционная. Заменят фасады, крыши, системы электро- и водоснабжения. Городские власти прорабатывают вопрос о смещении жильцами сроков на более ранние по очередности обновления фонда. На сегодня разрабатывается методика именно переноса этих сроков, потому что законодательно это надо сначала оформить, и процесс достаточно трудоемкий и не быстрый. Мы заявки собираем от жильцов, решение общих собраний в обязательном порядке. Я думаю, скорее всего, должно все это сдвинуться с места. Узнать, какие дома ждет капитальный ремонт, можно на сайте www.fondkr.ru в разделе «Региональная программа» или «Мой дом». Мария Урцева, Алексей Меркулин, Тимур Шерижик, телеканал «Алмазный край».